Изо всех мировых новинок, которые вышли на минувшей неделе, призрачные шансы добраться до России имеет только кроссовер Mazda CX-50. Зато постепенно обрастают подробностями другие, чуть менее свежие модели. Например, серийный Хавейл Шэньшоу получил экспортное имя Monster. Чанянь Юникей вовсю сертифицируется для российского рынка. Отечественный автопром закончил неделю разнонаправленно. АвтоВАЗ ударными темпами модернизирует конвейер в Тольятти и делает пробную партию нового Логана и Сандера. Тем временем Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный плавно готовятся к закрытию. Подробный разговор об этом припасем на конец выпуска, а для начала новости спорта. Киберспорта. Российская автомобильная федерация и программа SMP Racing торжественно наградили победителей минувшего Кубка РАВ по цифровому автоспорту. Направление для России новое, состоялось всего два киберчемпионата, однако очень перспективное. Мы раньше удивлялись калькуляторы в часах, хотя вот, а сейчас уже искусственный интеллект у нас есть, понимаете? Поэтому я думаю, что это неизбежно, да. Он выйдет на довольно высокий уровень. Когда он там заметит, не хотелось бы, чтобы было быстро, все-таки мы привыкли к реальным гонкам, да, к реальным шуму, запаху бензина, жженой резины, асфальта и прочих прелестей. Но думаю, что да, он будет развиваться и будет все больше места занимать. Те участники, которые выиграли наш чемпионат, то есть Кубок РАВ, ребята занимаются полгода-год. Время летит быстро, и киберспорт, кибернаправление именно авто, это очень перспективное. И оно будет развиваться быстро, и будет года 2-3, и все. За победу боролись свыше 150 пилотов со всей России. 10 лучших получили памятные призы, а трое еще и денежные. Очень понравилось мероприятие само. Я не ожидал такой организации. Я думал, ну, я езжу за компьютером, ну ладно, типа. А тут приехал, считай, из другого города, там 500 или 600 километров, и тут, ну, такое. Ну, очень приятно, конечно. Как и в реальном автоспорте, в кибергонках важна подготовка. Практика быстрой и стабильной езды, настройки машины, работа в команде. Причем виртуальные чемпионаты в чем-то даже сложнее настоящих. Я ездил до симрейсинга только в радиоуправляемых машинках. То есть я понимаю, как машина должна ехать, но не понимаю, как это нужно делать от первого лица. Поэтому я мог потратить больше времени на подготовку, чем мои соперники. Ты не чувствуешь реальной машины, ты сидишь у себя дома. Все, чем ты можешь, грубо говоря, чувствовать, это глазами. Когда в реальных гонках у тебя есть глаза, руки, у тебя, ты можешь чувствовать телом. Ты можешь также посмотреть в любую сторону, а у тебя дома есть всего один монитор. Поэтому в целом вкатиться всегда тяжелее. Постепенно интерес к цифровому автоспорту растет, поэтому организаторы Кубка РАВ принимают заявки на следующий сезон. Обратимся к мировым новостям. Mazda выкатила совершенно новую для себя модель CX-50, которая будет продаваться не вместо, а вместе с нынешними моделями. И что же мы видим? Длинный плоский капот, растянутая колесная база. Не приготовили ли японцы первую модель на обещанной продольномоторной платформе? Пока нет. На самом деле в основе новинки лежит архитектура хорошо знакомой Mazda CX-5. Притом 50-ка и 5-ка похожи по габаритам, хотя премьерная модель немного крупнее. Агрегаты тоже общие, это 2,5-литровые моторы с надувом и без, к которым прилагается 6-диапазонный автомат и система полного привода, собранная вокруг многодисковой муфты. Кстати, мы не случайно не приводим никаких подробных характеристик. Да, автомобиль представлен, однако точные данные не опубликованы. Их обещают обнародовать позже, к началу 2022 года, когда совместное предприятие Mazda Toyota в штате Алабама начнет серийный выпуск таких кроссоверов. Зато объявлено главное – машина создана, чтобы расширить американскую гамму японской марки. И, скорее всего, на других рынках, включая российский, не появится. За океаном акцент, что довольно странно, сделан на любителей внедорожных вылазок. Поэтому кузов украшен обвесом из некрашеного пластика, а багажные рейлинги рассчитаны на повышенные нагрузки. Этой весной на шанхайском автосалоне китайцы показали концепт Havail XY, но не раскрыли интерьер и характеристики. Понятно было лишь, что новичок основан на новейшей платформе Lemon.
И вот серийная машина готова. Для родного рынка ее нарекли Шэньшоу, то бишь мифический зверь. Но на экспорт придумано название «Монстр», хотя внешне новинка вышла вовсе не монструозной. Среди одноклассников новый Хавейл будет выделяться двухэтажной оптикой, хитрыми выштамповками, лихим силуэтом, а еще выдвижными ручками дверей. Похоже, именно последний пункт вскоре станет главной фишкой мирового автопрома. В плане габаритов «Монстр» оказался крупной машиной, на целых 16 сантиметров длиннее знакомого Хавейла F7. А 2,8 метра колесной базы – это, на секундочку, показатель равного флагмана H9. Начальный силовой агрегат – всего лишь сочетание 1,5-литрового турбомотора, 7-ступенчатого робота и переднего привода. Однако 2-литровый вариант тоже предусмотрен, а впереди запланировано появление гибридов. В родном Китае Хавейл Монстр оказался достаточно дорогим. За начальное исполнение просят аж 21 тысячу долларов. С другой стороны, виртуальная панель приборов, огромный тачскрин медиасистемы и обилие электронных помощников определенно этого стоят. Между тем, совершенно неожиданные модели, которые мы никогда не надеялись увидеть, иногда появляются на нашем рынке. Так, российский офис Чаняня сейчас заканчивает сертификацию премиального кроссовера Uni-K. В идеале Uni-K должен бросить вызов Lexus RX и Nissan Murano, ведь по формату он является их одноклассником. При этом премиум статус обязаны подчеркнуть светодиодная оптика, выдвижные ручки и богато оформленный салон. Последний почти целиком обтянут дорогой кожей Napa, а также выставляет на показ огромный телевизор медиасистемы. Вдобавок здесь присутствуют панорамная крыша, вентилируемые кресла, премиальная акустика и другие приметы красивой жизни. И хотя под капотом скрывается 2-литровая четверка, ее отдачи на уровне 230 сил вполне должно хватать для бодрых ускорений. Тем более, что пару этому движку составят 8-диапазонный автомат и полный привод. Цена, скорее всего, под 3 миллиона рублей. И если дилеры смогут удержаться от существенных накруток, Uni-K вполне имеет шансы на успех. В прошлом году минивены марки Mercedes, это Vito и V-класс, получили свежую линейку моторов, расширенный набор ассистентов, плюс пережили пусть небольшой, но рестайлинг. Само обновление вышло точечным, снаружи изменился рисунок решетки радиатора, а в салоне появились иные дефлекторы вентиляции да измененная обивка кресел. Медиасистема ожидаемо сменила поколение, а в зеркале заднего вида прописался дисплей. В Россию новинки доехали оперативно, но со старыми дизелями OM651. Это весьма возрастной мотор, прекрасно известный и водителям, и механикам. Но теперь 651-му придется уйти на покой. Полностью алюминиевый двигатель из недавно созданной серии OM654 должен оказаться на 13% экономичнее своего предшественника. С мотором состыкован 9-ступенчатый автомат, хотя раньше стояла 7-диапазонная коробка. Для самых мощных модификаций можно заказать пневматическую подвеску Airmatic, что может увеличивать и занижать дорожный просвет. Как уточнил российский офис марки, в нашу страну посвежевшие вены придут сразу после наступления Нового года, так что ценителям старого дизеля имеет смысл поторопиться. Перелетаем в родные пенаты, где АвтоВАЗ похвастался модернизацией линии B0, с которой сейчас ходят Renault Logan и Sandero, а также Lada Largus и X-Ray. Притом корпоративное телевидение честно подчеркнуло, обновление конвейера потребовалось, чтобы успешно осуществлять запуск новых, в том числе международных проектов. Эту несколько казенную фразу можно перефразировать так. Для запуска новых Логана и Сандера нужны другие решения. В цеху улучшили логистику, повысили автоматизацию и, как следствие, уровень безопасности сотрудников. Скажем, бамперы и сиденья теперь не складируются вдоль конвейера, а точно вовремя подвозятся специальными роботизированными тележками. В итоге оператор получает компоненты ровно тогда, когда они ему нужны. Правда, о самом важном вазовцы предусмотрительно умолчали. Те самые Логан и Сандера третьего поколения уже встали на конвейер. Из заводских ворот сейчас выходят предсерийные машины, что сразу же отправляются на испытания.
Фаза тестов продлится около полугода, так что оценить товарные экземпляры покупатели смогут только следующим летом. В серию одновременно пойдут седан и хэтчбэк, а также внедорожные исполнения Stepway. Сейчас на упомянутой линии B0 собирают максимально упакованные машины. Им полагается атмосферник 1.6 отдачей 113 сил, с которым могут сочетаться вариатор или шестиступенчатая механика. В топовую версию войдут светодиодная оптика, цифровые приборы, продвинутая медиасистема и обивка салона эко-кожей. Также новинки приобретут подрулевые лепестки и систему выбора режимов движения. А вот какими будут простые и средние комплектации, станет известно позже, когда их начнут собирать на вазовском конвейере. Однако слухи, будто модели примерят 150-сильный турбомотор, видимо, оказались сильно преувеличенными. Кстати, эту новость мы проиллюстрировали европейскими дачами. Вот только если верить сообществу «Автоград News» во ВКонтакте, к нам прибудет собственный вариант дизайна с модным двухэтажным расположением оптики. А вот перекраивать салон ради российского рынка дизайнеры Renault не стали. Мы получим ровно такие же интерьеры, что полагаются европейским дачам. Это значит, что материалы станут качественнее, а эргономика продуманнее. Скажем, у руля появится регулировка по вылету, а центральная консоль слегка повернется для удобства водителя. И новость короткой строкой. Дилеры марки Lada начали готовиться к старту продаж обновленной Весты. Это значит, что сама премьера состоится сразу по окончании новогодних праздников. Давайте представим, что глава условного Volkswagen или Mercedes скажет: «Мы не умеем делать автомобили, поэтому пока штампуем, что есть, а дальше посмотрим». Фантастика? Ну как посмотреть? Ведь гендиректор Ульяновского автозавода сделал ровно такое заявление. Так, во время интернет-конференции для казанской газеты «Бизнес онлайн» Адиль Ширинов позволил себе несколько откровений, начав с кризиса российского автопрома. Большого энтузиазма не вызывает то, что есть на сегодняшний день с точки зрения развития автопрома. Конечно, хотя бы производство уже неплохо, потому что это уже не автомобилестроение, это не тот классический OEM, о котором говорят те, кто реально является OEM. Это прежде всего собственные разработки, это прежде всего свой инжиниринг, это своя компонентная база, которая напрочь отсутствует на сегодняшний день, к сожалению. Напрашивается вопрос, что делать? Ответы не попали на видео, но есть в текстовой версии интервью. И относительно Заволжского моторного и Ульяновского автомобильного завода они буквально шокируют. Напомним, что единственной надеждой УАЗа был проект русского Прадо, а точнее глубокой модернизации внедорожника Патриот. Но господин Ширинов заявил, что русского Land Cruiser Prado не будет. Да и ничего нового УАЗ уже не разработает. УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт? Какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать, до того, как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия. Модернизировать или менять поколение фургонов и микроавтобусов по прозвищу «Буханка» тоже не станут. Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У нее есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой. Заволжский моторный завод пока работает и будет работать, но развивать эту площадку Solers не собирается. Создавать там новые двигатели мы не планируем, отрезал Адиль Шамильевич. Это означает, что ЗМЗ отказывается от нового семейства бензиновых турбомоторов. Единственной продукцией останутся атмосферники 409-го семейства. Очевидно, их будут выпускать, пока еще работает УАЗ. Информацию, будто сборку моторов перенесут на бывший фордовский завод, где сейчас готовится запуск производства дизелей, глава двух ООО УАЗа и Solers Форда опроверг. Старые технологии на новый завод мы нести не будем.